Сегодняшняя тема. Политический дресс-код не зря называют одним из самых суровых, здесь недопустимы вызывающие наряды, дерзкие принты или модные эксперименты. Сдержанность и элегантность – ключевые понятия, формирующие гардероб представительниц политики. Однако иногда прекрасная половина отходит от серьезных правил и предстоит перед публикой в расслабленных образах, которые покоряют аудиторию. Рассказываем, как одеваются яркие женщины-политики в нашей стране. Жми на фото, чтобы прочитать. А здесь читай об универсальных образах первых леди, которые стоит взять на вооружение. Читай еще. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.